На этой неделе в Коме официально стартует лыжный сезон. И хотя ноябрь не особо радовал любителей этого зимнего вида спорта снегом, в последние несколько дней они все-таки успели накатать себе трассы. Сегодня лыжным спортом в республике занимается больше 15 тысяч человек. Еще столько же катается на лыжах для себя. Не зря именно наша республика считается местом силы лыжников. Виктория Палкина о символах развития в лыжном спорте. Коми – родина лыж. Аксиома, которая сегодня не требует доказательств. И все же они есть. И вот главное – самая древняя лыжа. Точнее, небольшой уцелевший фрагмент. Нашли его на берегу Синдерского озера Книжпогодского района в середине прошлого века. Датируется находка 6-м тысячелетием до нашей эры и сохранилась благодаря консервации в толще торфяника. Она еще уникальна тем, что на ходовой ее части мы видим скульптурное изображение головы лося. На сегодняшний день это не только самое древнее приспособление для передвижения по снегу, но еще и предмет изобразительного искусства, древнейший предмет изобразительного искусства, обнаружен на территории Европы. Поэтому мы можем по праву гордиться и говорить, что Республика Коми является родиной лыж и самой древней лыжи, обнаруженной в мире. А вот те самые потомки Иркапа, коми-охотника, кому по легенде и принадлежит самая древняя лыжа. Эту историю они знают хорошо, а еще знают, что пишут новую, современную историю развития лыжного спорта в нашей лыжной республике. Республика Коми давно уже считается одной из самых сильнейших республик, регионов, и каждый год мы доказываем это, да, всему доказательство многочисленные рейтинги, которые составляются в конце сезона. Ну, на самом деле, к счастью, у нас очень много не только профессиональных, да, взрослых спортсменов, но маленьких детишек, которые встают на лыжи. Это мы все понимаем, что это наше будущее. А это место притяжения лыжников – республиканский лыжный комплекс. Основан он в 1977 году после триумфального выступления наших земляков Раисы Сметаниной, Николая Бажукова и Василия Рочева на зимних Олимпийских играх в Инсбруке. С 1992 года стадиону присвоено имя четырехкратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Раисы Сметаниной. Сегодня стадион соответствует международным стандартам. Протяженность трасс – 43 километра. В 2014-м здесь внедрена система искусственного снегообразования. Это позволяет гораздо раньше начинать проведение тренировочных процессов на искусственном снегу. Лыжный спорт для Республики Коми есть, был и будет номер один. Все муниципалитеты республики у нас занимаются лыжным спортом. Нужно сказать, что мы уделяем большому вниманию сегодня республиканскому стадиону. Вы знаете все, что мы обновили лыжероллинную трассу и будем продолжать смотреть инфраструктуру, будем заниматься освещением. Вы знаете, что мы приобрели газовую котельную для республиканского стадиона. Все это делается для того, чтобы к нам ехали спортсмены, и мы принимали с вами соревнования различного уровня. Первые этапы Кубков мира по лыжным гонкам республиканский комплекс взял на себя в 1985 году. После перерыва уже в 2015-м Коми вновь принимает соревнования международного уровня – Кубок мира мастеров. Настоящий праздник и для гонщиков, и для любителей этого зимнего вида спорта. Сегодня наш лыжный комплекс принимает ведущих российских гонщиков. Чемпионаты и этапы Кубка страны собирают на трибунах сотни болельщиков. Именно такие престижные турниры и продвигают лыжный спорт в массы. А главное, привлекают на трассы юных бегунов. Очень важные соревнования, когда приезжают именно сборные России, и все болельщики должны видеть, и будущие спортсмены должны видеть, какие перспективы. Это очень важно и для болельщиков, и для спортсменов, и для любителей лыжного спорта, и для детишек, которые ходят на секции, и для нас.
людей, которые работают на лыжном стадионе, которые живут лыжным спортом, скажем так. То есть это обязательно должно быть. И мы очень рады, что это у нас есть. Хоть не очень часто, но хотя бы раз в год. А еще трассы республиканского лыжного комплекса для многих становятся по-настоящему судьбоносными. Вот уже больше 30 лет на традиционные всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной приезжают юные гонщики со всей страны. Многие именно здесь обращают на себя внимание ведущих тренеров страны. За 36 лет очень много участников, которые здесь участвовали на этих соревнованиях, стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. На последней Олимпиаде Юля Белорукова в то время, теперь она Юлия Ступак, она из республики Коми, она, да, здесь проявила себя. Также Вероника Степанова, Непряева, да, они все здесь выступали. Поэтому у ребят такой стимул появился сегодня. Они, наверное, смотрели последнюю Олимпиаду, насколько хорошо выступали наши лыжники. Это есть на кого равняться им. Сегодня, несмотря на то, что двери мировых турниров закрыты для наших лыжников, подготовка спортсменов высшего класса и юных бегунов не останавливается. Кто-то свои большие старты ждет вот в таких лыжных базах. Зачастую это приспособленные балки. Но коммунальные трудности еще больше воспитывают характер. Строительство новой базы, к примеру, в Выжимском районе, на родине именитых олимпийцев Раисы Сметаниной и Василия Рочева, ждали больше 10 лет. Дождались. Возводить спортивный объект в райцентре начнут в следующем году. А в столице Коми в 2024-м должны уже сдать современную лыжную базу. Сегодня на площадке появились первые контуры объекта. Но это все околоспортивное. Настоящая жизнь, она здесь, на трассах. Под хруст свежего ноябрьского снега наша лыжная республика бежит своим новым рекордом.